А вы знаете, что принц Чарльз стал причиной опасной болезни принцессы Дианы? Диана очень сильно похудела в период между свадьбой и медовым месяцем. Настолько, что даже пришлось уменьшать размер ее обручального кольца. После помолвки с принцем Чарльзом, его грубый комментарий о том, что у нее нет талии, привел к тому, что принцесса Диана начала страдать булимией. Ко дню свадьбы ее талия уменьшилась почти на 10 сантиметров. Ее болезнь продолжала ухудшаться на протяжении всего брака. Вероятно, это являлось последствием переживаний и стресса, которые она переживала, будучи рядом с Чарльзом, который ее не любил.